Актуально на Шадр Инфо. В понедельник, 29 мая, строительная организация произвела работы по монтажу камеры переключения на новом водоводе и зацепили экскаватором существующий водопровод, который идет с головных сооружений. И пришлось аварийно отключать полностью город для восстановления водоснабжения хотя бы до первых-вторых этажей по одному резервному водоводу. И в 6 часов было выключено водоснабжение города Шадринска. Мы до часу ночи здесь полностью откачивали эту траншею, восстановили один водовод и в 2 часа дали воду в город. Давление в городе пониженное, потому что идет по одному водоводу, до первых-вторых этажей. Планируем 30 мая во вторник к 17 часам водопровод восстановить, весь город будет с водой.